Диего и следа нет? Вот черт. Я как раз собирался тебя спросить. Ты так ничего и не нашел в квартале арены? Я таких, как ты, на завтрак ем. Кто ты? Что ты здесь делаешь? Я помогу тебе выбраться отсюда. Что с Диего и Мильтоном? Их отравили, как и меня. Отравили? Тогда нельзя терять ни минуты. Яд нас не убьет. Убивать нас будет на арене сам Друрханг. По его замыслу это должно выглядеть как поединок. Но на самом деле это просто спектакль. Для его людей. Все так, друг мой. Тот, кто связался с Мильтоном, оказался предателем. Я не успел его раскусить. Что случилось? Пока тебя не было, пришел связной Мильтона. Выглядел жутко запыхавшимся и взволнованным. Сказал, что Мильтон попал в беду. Я пошел за ним и угодил прямо в засаду. Он что-то подмешал в мои зелья маны. Я до сих пор ни одного заклинания произнести не могу. Как зовут эту мразь? Черона. Он раньше был человеком лорда Хагена. Я не думал, что он связался с Трурхангом. Мильтон оказался не единственным, кого обвели вокруг пальца. Я теперь понимаю, что Трурханг уже давно начал притворять в жизнь свой гнусный план. Я прогнал со двора 4 верных людей, потому что думал, что они предатели. А почему Трурханг хотел от тебя избавиться? Чтобы полностью изолировать короля. Его дела и тогда уже были плохи, когда мы покинули его. А когда он остался совсем без друзей? Я буду сражаться на арене за тебя. Для этой мрази это будет очень неприятным сюрпризом. Хорошая мысль. Трурхангу давно пора получить по заслугам. И дело не только в этом. Смерть Айви тоже на его совести. Так это Трурханг вырезал весь фишир? Среди трофеев Трурханга я нашел обручальный браслет Айви. Теперь этот мерзавец за все заплатит. Понятно.
Трурханг выдал нам хорошие доспехи, чтобы у нас был более угрожающий вид. Я так думаю, что если их оденешь ты, то тебе от них будет куда больше проку, чем нам. Привет, дружище. Приветствую. Я тебя прикончу. Во имя Беляра. Чего тебе здесь надо? Твою голову. Мою голову? Ха-ха! Да ты хоть знаешь, кто стоит перед тобой? Я Друрханг, будущий король Аргаана, правая рука Ксеши. А, Ксеши, ясно. Ну, значит, она будет следующая. А сейчас прощайся с жизнью. Ха-ха, ты глупец. Пророчество гласит, что только выходец Тишира сможет убить Ксешу. Вот как? Вот так! И я вырезал всех обитателей этого островка ради моей госпожи. Всех до единого! Не всех, меня пропустил. Что? Но это невозможно! Лучники, стреляйте! Убейте его! Я убью тебя! Я тебя прикончу. Отделайте его. Хватайте его. Окружайте его! Отделайте его! Я тебя прикончу! Месть принесла тебе удовлетворение.
Нет, я совсем не ощущаю себя лучше, но я должен был это сделать. Хорошо. Мне нужны такие люди, как ты. Долг зовет. Время настало. Что тебе нужно? Я нашел способ ненадолго вернуть королю здравый рассудок. Он скажет нам, то есть тебе, как лишить Ксешу ее силы. А что с теми троими томящимися в темнице? Я не могу бросить их здесь? Я пошлю весть в крепость. Тебе сейчас надо заниматься куда более важными делами. А как нам сможет помочь король? Проклятие, что давлеет над его душой, питает силы Ксеши. Если кто и знает, как с ним можно совладать, то только лишь он сам. И как ты намереваешься вернуть королю рассудок? Возле арены я обнаружил источник силы Иноса. Его магическое излучение исходило из могилы лорда Доминика. А кто был этот лорд Доминик? Легендарная личность. Он был паладином. Это он завоевал для Миртаны Южные острова. Эта арена была построена в его честь, рядом с его захоронением. Так ты считаешь, что могила лорда Доминика содержит какое-то волшебное лекарство? Нет. Там находится реликвия. Венец Доминика. Его божественная сила может вернуть королю светлый ум. Но только лишь на короткое время. Тогда я скверню могилу лорда Доминика ради высокой цели. Где находится могила? К западу отсюда. Ступай вдоль утеса. Вокруг могилы полно ловушек. Так что гляди в оба. Ты мне еще понадобишься. Не сейчас, пастух из Фишира. Наемник? Благородный человек с далекого острова? Да ты шутишь. Ты давно знаешь Диего? Почти столько же, сколько короля. То есть тогда ты уже знала, кто я такой? Диего не единственный человек, у которого всюду уши. Я собиралась проследить за ним, но ты оказался интересным. И ты просто стояла и смотрела, как я ругаюсь с Мурдрой? Я не верила, что идея с грибами в действительности может как-то сработать. По пути в Стюарк я встретилась с Хэнком. Он нес какую-то кошмарную бредятину про пауков. Забавно было. Почему ты просто не убрала со своего пути Дартана? Будешь смеяться, но именно это я и собиралась сделать. Но тут вдруг подвернулся ты. Так что тебя остановило? Ты! Я хотела посмотреть, как ты разберешься с этой ситуацией. Так что же ты искала в Стёрке? Я должна была помочь Мермунду. Мермунд? Похоже, я вам помешал. Да, и почти навлек на Стёрк проклятие. Как это? Если бы Гертан был у власти, у него не было бы иного выхода, кроме как сравнять Стюарк с землей. Не было бы иного выбора? Почему бы вам просто не оставить Стюарк в покое? Потому что нам нужно было объединить острова, если мы хотим положить конец этим вечным распрям. Мир путем разжигания войны. Я... В общем, благодаря Друрхангу, это уже не имеет никакого значения. Ладно, хватит о Друрханге. А что с Дантера? Жреца Иноса убили по его приказу? Если бы я была согласна с методами Дантера, он бы не работал на Хагена. Я пыталась помешать ему в ту ушу, но он просто в воздухе растворился. Я догнал Дантера перед воротами храма. Я его не упущу. Ты нашел в храме какое-то чудесное оружие? Хаген не нашел бы то, что он там искал. А в этой истории с солнечным светом... Прости, пожалуйста.
Знаешь, я не такая хрупкая. Я бы на твоем месте поступила бы так же. Я нашел Хагена. Он... Он жив. Не волнуйся, все под контролем. Ксардос тебя нашел? Кто? Черт, я что, все должен делать сам? Мне нужен кто-нибудь, чтобы проводить Хагена, Диего и Мильтона в крепость. Они отравлены и практически не могут защищаться. Я об этом позабочусь. Наемник? Благородный человек с далекого острова. Доставай арбалет. Быстрее. Благородный человек. Тени! Сражаться! Мы должны сражаться! Так, сначала мы подложим венец под корону. Сражаться! Мы... Друзья мои, о боги! Как же здорово снова видеть вас. Где Горн? Моя голова. Ты кто такой? Я тебя знаю. Я видел тебя, высеченного из-за льда, окруженного огнем. Вместе мы творили этот мир! Нет. Это был лишь сон. Пророческий сон. Я видел в храме твою статую. Кажется, мы оба лишь пешки в игре неких высших сил. Нет. Уже нет. Я прогнал богов и их демонов из этого мира. Ксардос сказал, что трезвый рассудок вернется к тебе лишь ненадолго. Скажи мне, как тебе помочь? Амулет спящего. Где он? Мы приказали отнести эту вещь в храм Иноса. Верховные маги почувствовали, что от нее веет злой силой. О каком амулете ты говоришь? Об амулете спящего. Мне его вручила перед войной какая-то незрячая женщина. Она сказала, что я избран для того, чтобы отнести амулет на предназначенное ему место. Постой-ка, ты что же, изгнал из мира богов Иноса, Аданоса и Белиара? Да.
Мы сделали это вместе с магом по имени Ксардос. Они покинули нас. Наконец-то мы обрели свободу. Но храмы богов все еще стоят на этой земле. Люди молятся им. Людям нужны их боги. Если бы богов не существовало, то их бы придумали. Ты знаешь Ксардоса? Ты тоже пляшешь под его дудку. Он дает дельные советы. Но будь с ним осторожен. У Ксардоса лишь один настоящий друг. Он сам. То есть ему не следует доверять? Он считает, что поступает по справедливости. Хотя он помогает другим только тогда, когда это выгодно ему самому. Незрячая женщина? Как же я раньше не подумал? Я согласился. Но сперва я хотел освободить Арган Миртану. На это у меня просто никак не оставалось времени. Так что же случилось? Амулет. Амулет, как оказалось, был темницей одного демона. И он слишком долго находился вдали от места своего упокоения. С каждым днем, что я проводил на поле боя, печать становилась слабее, и в какой-то момент демон сумел дотянуться до меня. Он выскользнул из своего заточения и теперь пожирает мою душу. Хаген, принеси мне амулет. Этот человек отнесет его в монастырь на утесе вместо меня. Ибо он тоже избранный, как и я. Увы, ваше величество, сейчас отнести амулет в монастырь не получится. Когда верховные маги не сумели уничтожить амулет, они окружили его магическим барьером. Ну, тогда мы просто скажем им снять этот барьер и всего делов. В чем проблема-то? Они мертвы. Друрханг бахвалился, что храм теперь находится в руках культистов Белиара. Они верят, что эта демоническая женщина, Ксеша, служит их темному богу. Если Ксеша отправила своих слуг в храм Иноса, значит, она наверняка хотела заполучить этот амулет. Наверное, они пытаются уничтожить барьер. Теоретически, наверное, это возможно. Думаю, что если бы мы объединили усилия с Мирдарионом и Нингалом, мы сумели бы сломать барьер. А где сейчас Мирдарион и Нингал? Мирдарион уже находится в районе храма. Нингал собирался присоединиться к нему после того, как расчистят трущобы. Лучше всего будет поговорить с Даранисом. Они собирались держать с ним совет. Твой Нингал – болтун. Я уже зачистил трущобы. Это многое объясняет. Идем, Мильтон. Мне еще нужно подготовить необходимые компоненты и поговорить с королем. Ты иди, я тебя догоню. Даранис должен быть у Диего. А может быть, он уже ушел в канализацию под храмом. Он давно собирался ее осмотреть. Перед тем, как меня прогнали со двора, я создал круг телепортации, который соединяет крепость и дом Диего. Можешь воспользоваться им. Сэкономишь время. Наемник?